Это нужно будет очень и очень серьезно постараться. А там еще и американцы, кстати, неплохо смотрящиеся, Флеминг Избил. Больше того, американцы сейчас уже обеспечивают себе место в сильнейшей разминке. Мы же с нетерпением ждем и вот уже смотрим на короткую программу Дианы Мухаммедзяновой и Ильи Миронова под мелодии венгерского чардаша. Какой может быть первая реакция на выступление Дианы с Ильей? Наверное, небольшая доля разочарования присутствует в наших с вами эмоциях и, конечно же, в эмоциях самих фигуристов. Ну, жаль, что Диана не сумела чисто исполнить приземление с выброса, а так все в целом остальное было исполнено на высоком уровне. Может быть, не столь эффектной получилась подкрутка, как у Панфилова-Рылова, но зато обратите внимание на параллельный двойной аксель. Выше всяких похвал. Тут арбитры, конечно, не должны поскупиться, а напротив, должны расщедриться и поставить. Ну, в плюс 4, как на мой взгляд, очень здорово. Аксель, 2,5 оборота исполнили эти фигуристы и получают заслуженные поздравления от тренера, от Карины Ушаковой. Но в целом российская школа фигурного катания, парного фигурного катания, целиком и полностью подтвердила собственный высокий класс. Да, видите, ну, низковато поймал партнер Диану на подкрутке. Ну, уверенные поддержки. Аксель, повторюсь, просто гениальный. И что еще? И обидное падение с выброса. Как бы то ни было, наши спортсмены, а также фигуристы, которые тренируются у российских тренеров в Перми, Алина Бутаева и Лука Берулава, подтвердили собственный высокий класс и сейчас заслуженно займут три верхние строчки по итогам короткой программы. Осталось только понять, на каком месте окажутся Диана и Илья. Будут ли они выше, чем Бутаева-Берулава, или же расположатся на
третьем месте после первого дня соревнований. Но не будем грустить, вспомним, насколько великолепная программа под музыку из мюзикла «Шахматы» у Дианы с Ильей в произволке, и пожелаем им большого успеха, и откатать ее ничуть не хуже, чем в финале Гран-при и чем на чемпионате России. Пока, оценки. Здорово, здорово. 60,45 балла получают Диана Мухамедзянова и Илья Миронов. Занимают вторую строчку, на третье место отодвигая Бутаеву Берлаву. Это из разряда, что и требовалось доказать. Две российские пары на двух верхних позициях. Еще одна пара, которую почти без натяжки также можно назвать представительницей нашей страны, на третьем месте. И, кстати, совсем малоопытные, но в то же время именитые у себя в стране в собственном возрасте американцы с приятным прокатом, на мой взгляд, по праву займут четвертую строчку и будут выступать в разминке сильнейших в произвольной программе. Быстро сказывается не только сказка, но и проходит короткая программа в состязаниях фигуристов, представляющих спортивные пары. Совсем скоро мы с вами станем свидетелями...